что вот это такое? Собралась бабушка Люба на пляж. И сразу откуда ни возьмись туча. Ладно, мы ее обманем. Мы сначала сходим на почту, заберем посылку. Может, и солнышко выйдет. Что-то народу сегодня много. Вот, две посылочки получила. Пойдем на пляж. Бедные девчонки, как они работают на этой почте? Там такая духота. Вот ремонт сделали. Чего ж не поставили кондиционер-то? Я вроде простояла 5 минут. Вся мокрая. Девушка нарушает. Ой, сколько всяких ларьков-то пооткрывали. Я еще тут не проходила. Те же самые продавцы, девушка, которую я сдавала в том году свои украшения. Так, дождь пошел. Вот так я часто выхожу на пляж, что сразу идет дождь. Ну и что делать теперь? Куда-то спрятаться надо. Теперь вот что. Ну вот надо же, в прошлый раз камера у меня разрядилась, я не дошла. Надо идти назад тогда. Что ж там, кого там снимать? А дождик это хорошо. Сейчас все пыль прибьет. И поливать не надо будет. Красота. Вот и весь дождик. Да, это сколько я... Это я уже месяц с лишним тут не была. Вот так и живем мы у моря. Надо как-то вечерком прийти тут прогуляться. Вот это вот что-то открыли новое. Ну что, не все разбежались. Опять дождик. Ой-ой-ой. Какой у меня был вчера хороший день. И розыгрыш мы провели. Прям очень приятно, это мне нравится. И представляете, у меня за сутки подписалось 18 человек. Такого еще не было. Это вообще так приятно, потому что ведь каждый подписчик это как комплимент мне. Значит, людям нравится то, что я делаю. И это прям, ну, до такой степени приятно. Спасибо вам, мои хорошие. Спасибо. Прям хороший такой день был. Прям одни такие положительные эмоции. За Танюшу я рада очень, что она выиграла. Я ее не знаю совсем и не видела никогда. Но она какая-то такая прям позитивная девушка. Одни ее комментарии чего стоят. Ничего, остальные тоже выиграют. Живя в Мурманске, даже представить себе не можешь такое. Я иду по дворам, потому что на улице очень шумно. Машин так много стало. Ты какой? С ошейником домашний. Ну вот, в аптеку я сходила. Фруктов Линке купила. Сейчас еще зайду в Пуд, куплю воду. Что-то там еще у меня написано. И поеду домой. Ну, какая туча какая. Thank you.
Ну, смотрите, какая красота. You really don't understand, do you?